Цел понаставили блокпостов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, пророк. Так что работай тихо. Доставить Булду образец ткани. Выйти на шоссе Рузвельта. Пару дюжин моих людей, мисс Стрикланд. Я больше рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Харгрив делает с его трупом все, что угодно. Харгрив хочет... Харгриву нужен костюм? Он его получит! Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стрикланд. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать. Понравятся мои действия какому-то старому придумателю, типа Харгрива, или нет? Корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов, Локхард. Разговор окончен! Бойцов СЭЛ. Если они найдут лабораторию, нам обоим крышка. Ускорься, брат! Маскировка отключена.
Просто иди по шоссе Рузвельта, пока не упрешься в причал Харбор Лайтс. Контроль, это транс 15. Приближается к квадрату Дельта 7, это Азура 1. Цель движется на северо-восток по шоссе. Пешком. Квадрат Дельта 7-9. Можете перехватить? Это Драп 7. Сейчас на Манхэттенском мосту мы его нашли. Он труп. Драп 7, это Даррен Стрикланд. Контроль. Наша цель — схватить и допросить объект. Приказ на уничтожение отменяется. Подтвердите, как поняли. Запрос под... Пошло оно все! Этот ублюдок вынес половину группы Кобальт! Он сдохнет здесь и сейчас! Маскировка отключена. Не работает! Thank you.
Это Драп-2. Вижу цель, движется по разрушенной автостраде. Подтверждаю. Пророк все еще на шоссе, движется на север. Тут столько дыма и пыли, что не продохнуть. Выходи осторожно. Маскировка отключена. Пророк, где тебя носит? Прямо по курсу блокпост цел. Тебе нужно прорваться через него. У нас труп. Подтверждаю. Пророк все еще на шоссе.
Тут столько дыма и пыли, что не продохнуть. Подходи осторожно. Пророк, где тебя носит? Прямо по курсу блокпост цел. Тебе нужно прорваться через него. Добудь какой-нибудь транспорт и рули уже сюда. Не знаю, как долго смогу тут продержаться. Вопрос!
вперед! Повторяю, пророк идет пешком! Шоссе Рузвельта, восточный сектор! Уничтожь! Пророк, слушай, старик, я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда, можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям.